сегодня очень ветрено, но ребятня решили последний принять ванны. Прям ветер аж штормит в море. Даже будет дождь. Хотя навряд ли. Просто море штормит. Ведро переворачивается. Весело. А те горки до обеда работают. Ой, хорошо в Тунисе. Ну, я думаю, дома еще лучше. Прям ветер сдувает. Ведро качается, 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 качается. И там вообще пенное прям море. О, а вот тут вот две груши растут во дворе. Кому-то повезло. Но они еще не созрели. Поэтому особо никто не покушается на них. Здесь вот внизу. Вот тут внизу две груши.